тем не менее, те задачи, которые нужны, он сказал. А вот момент, когда надо было забивать. Слепышев на Григоренко. Ну, вот и это, выцеливал вот Слепышев. Сейчас... Не попал. А теперь Емелин и Слепышев. И пнул, показывает. Да, зря это сделал Слепышев. Да, движение ногой Слепышев делает уже после контакта. Тут разворачивало Емелина, потерял Слепышев равновесие. Действительно, такой очень неприятный контакт со стойкой. Ну, а вот это было уже абсолютно лишним.